Для выпускников американских вузов, которые получают degree, да, это может быть associate degree, это может быть bachelor, master, там, PhD и так далее, то есть те, которые получают степень по окончанию своей учебной программы, могут получить OPT на 1 год. Что такое OPT? Optional Practical Training. Это 1 год рабочей визы, которая дается выпускнику для получения опыта по своей специальности, по которой получил образование. Те, кто заканчивает в сфере STEM, то есть Science, Technology, Engineering, Mathematics, они получают дополнительно еще 2 года. То есть итого можно получить до 3 лет рабочей визы для получения опыта работы по специальности, по которой вы обучились. Так вот, эти OPT как раз-таки являются классной возможностью для выпускников, которые могут использовать это для того, чтобы найти работодателя или работу, через которую они могут потом подаваться уже на реальную рабочую визу. То есть этот период дает вам, выпускникам, доказать работодателю, что вы толковый сотрудник, что вы стоящий сотрудник, да, ради которого потом работодатель может на самом деле нанять юриста и сделать рабочую визу, либо там подать иммиграционные документы через.